Не прошло и 3 дня, как мы добрались до Балтийского моря. 4 злота за туалет. Дай деньги. В очень туристическое место мы приехали. Туалет 4 злота стоит. Кораблики в очередь выстроились. Наверное, по линии, наверное, где-то там какой-то порт есть. А это какой-то круизный такой, наверное. Круизные. Не, а может быть там есть какой-то порт? Там вот эти пляжи. Я тут представляю, как тут сколько тут народу. Да, жара. Да, лето. Попали прям во время службы. Вот.
Вот мы и прогулялись по этому Сопоту. Сопот или Шопот? За пару часиков вокруг всего городка и обошли. По выходным хотя бы бесплатная парковка.